Компания CB Insights предоставила отчет исследования технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. Токенизированные ценные бумаги, торговля которыми происходит с помощью блокчейна, способны вытеснить банки-кастодианы за счет снижения комиссии на услуги по обмену активами. Благодаря смарт-контрактам бумаги могут работать и в качестве капитала. Проведение операций вроде выплат дивидендов или выкупа акций обеспечивается несколькими строками кода. В компании считают, что к 2020 году рынок токенов ценных бумаг возрастет до 10 триллионов долларов. Крупные финансовые учреждения предпочитают не оставаться в стороне. В последнее время активно формируется рынок кредитования.